темно, как в заднице у негра. Привет, зритель. Я пытаюсь вот тут зафоткать со вспышкой, дала подражить звездочку, про которую писала в телеге вот совсем недавно, но он ни хрена, она у меня при вспышке не фоткается, без вспышки темно, как именно там, где я только что сказала. Короче говоря, без вспышки она сфоткалась. Вот та звездочка. Лап, не дрожи. У нас тут плюс 8, наверное, градусов, может, даже уже меньше. Правда, темно, но когда было светло, чуть более светло час назад, у меня воздух изо рта видно было. Короче, вон та звездочка очень яркая. А там еще, а там уже не видно. А может, тут это... Во! Темный ролик. И теперь видно этот... Видно этот самый пар. Вон там другие звездочки. Это веревка, на которой что-то сохнет иногда. Короче, очень яркая звездочка. Она прям такой, ну я-то очкарик, мне кажется, она, как вы знаете, как одуванчик, который созрел. Вот в сумерках, когда еще более-менее светло было, даже 2 часа назад, она мне казалась такой розовенькой местами. А без сумерок в темноте она может уже и не сильно розовая, фиг знает. Но тоже она какая-то немножко не таким цветом, как могла бы быть, как другие звездочки. Хрен знает, это большая медведица, тут рядом с ней небольшая медведица. Ну, короче, прикольная звездочка. Здорово! Это будет самый темный ролик на канале.